Здравствуйте, это снова я. Я снова рада приветствовать вас у меня на канале. И сегодня у нас очередное парфюмерное распаковочное видео. Я сижу такая радостная и довольная. Вот вы видите тут пополнение. Дело в том, что сегодня я наконец-то получила посылку от своей сестры из Германии. И в этой посылке сестра прислала мне аж 5 ароматов. 5 в мою коллекцию. 5 новеньких, вкусненьких, я надеюсь, ароматов. Итак, что-то она прислала мне в подарок, а что-то куплено мной. Вот. Я просила ее делать заказ на сайте natina.de. Я на этом сайте покупала в прошлом году ароматы, пока у нас еще не действовал этот сайт в России. Вот. В этот раз я тоже попросила ее сделать заказ на natina.de. И плюс она купила мне еще парочку ароматов, недорогих, совсем недорогих, но очень приятных. Вот, что касается natina.de, дело в том, что я увидела аромат, который хотела приобрести на этом natina.de, попросила сестру, и мне пришла в голову мысль залезть посмотреть на natina.ru, сколько же он стоит. Знаете, уважаемые товарищи, я потом сравнила порядок цен, ну, я это делала и сразу, когда только зарегистрировалась на natina.ru, какие-то ароматы на ру и на д стоят примерно одинаковые деньги. Вот если брать курс сбербанковский, курс евро, да, там разница какие-то 20-30 рублей, она несущественная для аромата абсолютно, да. Вот 20-30-100 рублей, ну это фиг с ними, это ерунда. Вот, но, например, вот тот аромат, который я заказала сестре, первый, да, вот он на д стоил 17 евро. А на ру, в пересчете на наш курс, он стоил 23-24 евро. Вы знаете, 17 и 23-24 – это все-таки более значительная разница. Поэтому я уже сказала, какие-то ароматы стоят примерно одинаковые деньги, а какие-то у нас все равно дороже. И что-то значительно дороже. Ну да, я разболталась, давайте я наконец буду демонстрировать, что же я получила в подарок от сестры. Итак, значит, давайте начнем, наверное, вот с этих двух ароматов. Они у нас тут впереди стоят. Это ароматы от английской марки. Два аромата. Wood of Windsor. Я читаю, как могу уж, извините, если я что-то не так произношу по-английски. Не училась и не собираюсь изучать английский. Итак, два аромата от английской марки Wood of Windsor. Видите, England. С 1770 года, я так понимаю, эта марка имеет давнюю историю. Один аромат у меня называется «Трю розы», вот. Второй аромат называется «White Jasmine». Ну и вообще, знаете, сегодняшние ароматы, которые я вам покажу, это ароматы цветочные, исключительно с нотами жасмина и розы. Я любитель, так что это совершенно нормально для меня. Итак, ну давайте начнем. Давайте начнем, наверное, с розочки. Сейчас я вскрою, потому что все ароматы, конечно, запечатаны. Вот эти ароматы сестра приобретала на eBay. Они ей пришли из Англии. Она купила мне вот эти два аромата. Они стоят где-то 22 или 23 евро. Они стоили на eBay. И себе она тоже купила два аромата. Она себе тоже взяла жасмин, потому что она тоже любительница жасмина. И еще себе она в качестве второго аромата взяла ландыш. И вот она попробовала ландыш и говорит, что он, ну, хорошо держится, стойкий аромат. Итак, значит, вот я вскрыла коробочку. Вот такая вот бутылочка с ароматом. Давайте я покажу поближе. Итак, это у нас аромат «Трю розы» от марки «Woods of Windsor». Вот, как вы видите, это у нас Eau de Toilette 100 мл. Но сестра говорит, что у ландыша, по крайней мере, у ландыша была хорошая стойкость. Итак, эти ароматы, эта марка есть на Фрагрантике.
И сейчас я вам скажу, какая же здесь заявлена пирамида. Итак, аромат выпущен в 2002 году, и ноты здесь их очень мало, композиция очень простая. Ноты здесь названы болгарская роза, белая фрезия и герань. Вот такой вот абсолютно простой, вы видите, простой флакончик. Вот с жидкостью такого нежно-розоватого цвета, наверное, Виндзорский замок здесь изображен. Вот название как раз нанесено на флакончик и eau de toilette. Все, очень все очень просто. Крышечка пластиковая. Сейчас я ее. Так, крышечку как-то сложно снять. Кстати, очень-очень легкий запах роз я все-таки ощущаю. Ну, как говорится, не в моих правилах сразу же брызгать из аромата, брызгать из флакончика. Поэтому я все это ставлю в сторону и приступаю к следующему аромату. Итак, белый жасмин. Люблю жасмин, люблю розу. Очень люблю эти ноты, очень люблю моноароматы с подобными нотами. Вот, то же самое, то есть одна серия, все то же самое, тот же самый дизайн, подобный флакон. Посмотрите, здесь даже не нанесено название аромата. Woods of Windsor, England и все. Здесь даже не нанесено название аромата. Ну что, отличать будем по цвету жидкости и коробочкам. Нет, никакого аромата здесь из крышечки, совершенно никакого. Вот, так что, ну, весна уже пришла, так что я думаю, что как раз-таки скоро я начну использовать эту прелесть. И вот этот у меня аромат с ней, этот заказ у нас был с сайта Натина. Вот вы видите, здесь даже сохранилась упаковка. Она мне положила в посылку вот этот заказ в том виде, как он пришел к ней. Сейчас я его распакую и вернусь. Итак, вот три аромата, которые я как раз-таки избавила от оберточного плена. Три аромата, которые сестра заказала для меня на сайте natina.de. И первый аромат, который я вам покажу, это вот такой аромат. Это у нас Ти Розы, по-моему, это называется чайная роза от марки The Perfumers Workshop. Perfumers Workshop. Вот этот аромат розы, чайной розы, во-первых, хвалила в свое время Карина Цакоева. Она сказала, что это красивая, хорошая такая роза, роза. Я вообще тоже слышала о нем такие хвалебные отзывы, и мне хотелось приобрести его, потому что, ну, розу я люблю. Вот, но вы знаете, например, у нас на La Parfumerie он стоит каких-то неприличных денег, это там Eau de Toilette, и цена была какая-то очень странная на этот аромат, странная в смысле слишком дорогая. Вот, и на Нотина его, в прошлый раз я не смогла заказать, его там практически перманентно нет. Но в этот раз я случайно как-то туда заглянула, а потом там быстренько стала писать сестре: «Дорогая, купи мне, пожалуйста, вот эту чайную розу». Вот, значит, посмотрите, вот этот вот аромат Perfumer Workshop Ти Розы. Это у нас Eau de Toilette спрей. Здесь у нас очень большой объем, 120 миллилитров. Вот. В настоящий момент я уже сегодня, вот после получения посылки, залезла опять на Натина и на Ру, и на Д, и везде этот аромат отсутствует, абсолютно везде. Кстати, как я понимаю, вот этот Натина, он не перекликается Ру с Д, потому что я попыталась на Ру зайти под своим Дэшным паролем и логином, ничего не получилось. Так что у меня два кабинета, один на Ру, другой на Д. Но я опять слишком много болтаю. Итак, давайте вскроем этот аромат. Вот. Я посмотрела, на Натина вообще висит объявление, что работа, ну не работа сайта, а доставка то ли временно прекращена, то ли что-то еще. Ну, как говорится, везде проблемы. Вот такой вот большой флакон объемом 120 миллилитров Eau de Toilette. Посмотрите.
как он хорошо выглядит. Небольшой постамент. Вот, и жидкость такого интересного желтого оттенка. Коробочка из хорошего картона, такого черного, практически черного оттенка, да, с золотыми линиями. На фрагрантике этот аромат есть, и на него хорошие отзывы, потому что тоже говорят, что это такая живая роза. Итак, это аромат выпущен в 1977 году, вроде как, но я так понимаю, это переформулировка. И какие здесь звучат ноты? Бергамот, роза, лилия, тубероза, сандал, амбра, белый кедр и розовое дерево. Не знаю, все ли здесь будет в наличии, вот, но я... От многих слышала, что это действительно хороший, красивый, натуралистичный запах розы. Так что я рада, что наконец-то я его урвала. Вот, спасибо моей сестре, которая его мне приобрела и отправила с посылочкой. Итак, следующий аромат, который я вам покажу, это вот такой аромат от Shanghai Tang. Я не видела на него обзора на Ютубе, если честно. Итак, это марка Shanghai Tang. И аромат называется Spring Jasmine. Spring Jasmine. Но опять аромат про жасмин, как вы понимаете. Это неудивительно. Он пришел без целлофана, как вы видите. Вот в таком виде он и пришел сестре моей. Давайте я его сейчас открою и покажу, что там находится. Я смотрела на этот аромат достаточно давно. На фрагрантике есть на него отзывы. Вот такой. Вот такой интереснейший флакончик. Очень интересный. Какой-то странно интересный. Очень тяжелый. Очень тяжелый, мне кажется, ну, грамм 400-то он весит. Вот здесь такая вот крышечка, наверное. Видите, на ней такой вот логотип зелененький. И внутри зеленый шарик. И здесь тоже вот этот вот логотип. И что здесь написано? Shanghai Tang и, очевидно, китайские иероглифы вот здесь вот. Я не вижу название аромата Spring Jasmine. Не вижу здесь. Вот только здесь у нас этикеточка и название аромата и название марки. Сколько у нас здесь? 60 миллилитров. Аромат объемом 60 миллилитров. Итак, да, вот эта тяжеленькая металлическая крышечка. Вот такая вот очень красивая, интересная штуковина. Но интересно, зачем внутри вот этот вот шарик? А, это, кажется, пульверизатор. Да-да-да, вот видите, там тут через этот шарик проходит трубочка, вот она здесь выходит. Так что это такой своеобразный пульверизатор. Итак, что касается этого аромата, я уже сказала, он присутствует на фрагрантике. И что мы можем сказать про него? Он заявлен как белоцветочный, цветочный, древесный, бальзамический и дымный. Короче, намешано все на свете. Итак, значит, Shanghai Tang, да? Это вроде новая коллекция ароматов и так далее, там далее, так далее, которая вдохновлена культурой Шанхая. Культурой Шанхая. Сам дом был основан в 1994 году в Гонконге. Вот, весьма интересно, можно будет потом, наверное, мне почитать. Так, что касается вот этого аромата. Так, значит, здесь говорится, что композиция аромата Spring Jasmine представлена комбинацией цветочных нот абсолюта жасмина, алибанума и бамбука. Вот так вот. Вроде бы этот аромат вышел на рынок в конце октября 2014 года. То есть не новый. Но я, например, у нас его не видела, и я не видела на него обзора. Но поскольку я любительница жасмина, то я на него смотрела уже достаточно долгое время. И в конце концов решила его купить. Вот. Итак, убираем Spring Jasmine. Вот. И последний аромат, который пришел ко мне от сестры, который она мне прислала. Это аромат от марки Molinar. Аромат от марки Molinar. И аромат тоже называется Jasmine Eau de Parfum. Вот. Как я уже сказала, ничего удивительного в том, что у меня сегодня сплошные розы и жасмины.
Я большая любительница этих нот и подобного типа ароматов. Итак, жасмин от марки Molinar Eau de Parfum. Вот такая лиловая фиолетовая коробочка из негладкого картона. Вот так вот хорошо все выглядит. Выглядит все просто замечательно. Вот аромат объемом 75 миллилитров. Вот здесь вот указано. Давайте его наконец-то достанем. Вот здесь вот у нас логотип, как я понимаю, марки М. Вот и сам флакон. Вот такой красавчик. Тоже флакон лилового такого стекла. Molinar Jasmine Eau de Parfum. Флакон лилового стекла с черной пластиковой крышечкой. Здесь тоже буква М. Вот. Итак, что касается аромата Molinar, то он заявлен на фрагранте как белоцветочный, теплый, пряный, цитрусовый, мускусный, цветочный и розовый. И ноты, которые должны присутствовать в этом аромате, сейчас я пытаюсь найти. Я не вижу, чтобы на фрагрантике давали ноты, которые присутствуют в этом аромате. Пытаюсь найти. Что же нам говорит фрагрантика? Фрагрантика говорит, что этот аромат воплощает в себе поэзию пышной цветущей природы. Королевский аромат, построенный на сложности единственной в своем роде благородной белой цветочной ноты жасмина. О, он возвращает нас в цветущую вселенную, полную летней свежести и вместе с тем спокойствия и умиротворения. Ноты, которые здесь присутствуют. Вот здесь дана пирамида именно в форме картиночек. Здесь заявлен верхние ноты жасмин и лимон. Интересно, почему лимон? Ну ладно, средние ноты роза, гвоздика и опять-таки жасмин. А, нет, апельсиновый цвет. Вот. И базовые ноты. Базовые ноты здесь на фрагрантике дается как белый мускус и сандал. Любопытно. Ну что ж, я, конечно, все буду пробовать. Сейчас оно уйдет немножко постоять, хотя бы неделечку с дороги, потому что от Германии к нам долгая дорога для посылочки. Все это уйдет у меня постоять немножко. Потом я буду все это пробовать, разнашивать и... Я надеюсь наслаждаться. Ну что ж, это было все, что я хотела вам показать. Вот эти вот 5 ароматов, которые пришли в мою коллекцию. Я очень благодарна моей сестре, которая купила их для меня и отправила мне с посылкой. Вот, конечно, не только ароматы. Вот, спасибо вам за внимание, спасибо вам за активность. Всего хорошего и до свидания.